Привет всем! Спасибо, что смотрите мои длинные и заумные порой, а порой идиотские высказывания. Ну, если вам это нравится, вы можете поддержать канал. Как это сделать, написано под каждым роликом. Очень просто. На этом я откланиваюсь пока. Как всегда, шутка. Ну, что я хочу вспомнить сегодня? Ну, все понятно уже, да? Уже все понятно. Народная группа Советского Союза и современной России. Любимое развлечение подростков, которые погружаются в рок-музыку. Ну, во всяком случае, это было в мои юные годы. Люди моего возраста, конечно, все через это прошли, через Creedence Clearwater Revival. Поэтому объяснять долго нечего, что это такое. Это абсолютно ломовая, конечно, группа. И сначала, когда мы ее слушали в юном совсем возрасте, если не в детском, вот эту пластинку я услышал впервые, будучи ребенком. То есть в возрасте детском совсем, когда дедушка подарил мне магнитофон, я про это уже рассказывал давно. И пластинка Billy and the Poor Boys, точнее запись этой пластинки, была одной из первых записей рок-музыки, которую я услышал вообще в жизни в своей. Первым номером была песня Beatles Girl, с которой я начал вообще слушать рок-музыку. А после этого были записи Doors и Creedence в виде именно Billy and the Poor Boys. И до сих пор, когда я слышу Down on the Corner, я вспоминаю начальные классы советской школы, советской средней школы. Я был дитя, мне дико нравилась эта пластинка, она мне сейчас дико нравится. Но тогда Creedence мы все воспринимали, да и сейчас многие воспринимают, как такую очень кайфовую, очень крутую, но весьма легковесную группу. Легковесную не в смысле звука, а в смысле песен. То есть вот эти хиты все «Малина», там «Малина», ту-ду-ду-ду-ду. И остальные там «Have you ever seen the rain» и прочие. Такие вот хитовые рок-н-ролльные кантри-рок-песни. На самом деле группа очень серьезная, я бы сказал, серьезная, достаточно сложная, с трагической судьбой абсолютно. Ну, как с трагической, никто не умер там в процессе работы, но сложностей было масса, и разборки с владельцем лейбла «Фэнтези», на котором они работали, который их прибрал к рукам, заключил ужасный контракт, по которому они, в общем, получали достаточно мало денег, несмотря на то, что пластинки продавались с дикой силой и становились платиновыми одна за другой просто в лед. Несмотря на бешеную популярность, на потрясающее выступление на Вудстоке. Ну, кстати, на Вудстоке была история такая, что они играли после Grateful Dead, а Grateful Dead растянули свое выступление неимоверно, как всегда они любят. Я очень люблю Grateful Dead, очень люблю длинные их концерты. Но, тем не менее, Creedence пришлось быть задвинутыми в ночь, куда-то даже под утро, когда половина хипанов уже удолбалась и уснула. Но, тем не менее, сыграли они здорово. И на записи слышно, к сожалению, записи с Вудстока. Вышел альбом отдельный, Creedence концерт в Вудстоке. Он существует, у меня его нет. А на четырех альбомах Вудсток, которые вышли последовательно один за другим, сначала вышел первый Вудсток еще в те давние времена, потом второй добивка, а в наше время вышло еще два больших альбома, по-моему, «Тройник» и «Двойник». Они у меня есть, я проверю. И там из выступления Creedence, из большого сета, одна только песня, это «I put a spell on you». Но она так исполнена адски. Такое взаимодействие гитар, ритм гитары и соло гитары, и даже ритм-секция, которая, в общем, довольно хилая у Creedence всегда была, к сожалению, большому. И Фогерти об этом говорил, что он хотел бы, конечно, звук помощнее и погромче, погуще, но не получалось, потому что ритм-секция была такая достаточно легенькая всегда. Но, несмотря на это, выступление было таким мощным, такая отдача гитарная летела от Creedence, от этой песни «I put a spell on you».
которая гораздо лучше была исполнена, чем в студийном варианте на первом альбоме, что все равно слышны аплодисменты и крики этих уснувших хипанов где-то там в 5 утра или в 4 утра. Все равно не все спали, а орали, хлопали, и все было здорово. Так вот, Billy and the Poor Boys. Пластинка, с которой я начал слушать музыку. Down on the Corner, как я уже говорил, первый номер. Если я не ошибаюсь, записывали его почти 2 недели. И Фогерти был очень недоволен тем, как шел процесс записи этой песни. Она достаточно сложная, несмотря на свою всю простоту. Сложная в смысле взаимодействия, опять-таки, ритм-секции и 2 гитар, а также голосовой гармонии, которую спел один Фогерти путем наложения. Спел все голоса, там хороший хор такой. В общем, писали долго, трудно, но получился маленький шедевр, маленький бриллиантик такой. Очень классная песня, такая драйвовая, шагающая, с хорошей мелодией, как всегда у Фогерти бывает. Но главная штука, конечно, «It came out of the sky», следующий номер. Жескач, такой ритм и блюз, мощнейший, с адским текстом. Вообще, надо сказать, что здесь по текстам эта пластинка, она очень хороша. Она очень умна, очень жесткая. И не хочется говорить слово «протестная», она никогда не протестная. Она просто описывает ощущение Фогерти от происходящего вокруг него, от социума, от политической системы, от того, что происходит с людьми в то время в Соединенных Штатах Америки, да и во всем мире тоже. В общем, она достаточно резкая, политизированная, можно и так сказать, умная, впору соревноваться с Бобом Диланом по текстам. Очень хорошая штука. Но все знают, про что эта песня «It came out of the sky». Это когда на поле какого-то фермера с неба упал непонятный предмет, и Фогерти описывает то, что происходило с этим предметом, когда думали, что это какая-то посылка от коммунистического блока, какое-то новое оружие, или это инопланетяне, или еще какая-то хрень. В общем, очень много идиотских вот этих вот предположений, очень смешно. Cotton Fields, песня Led Belly, старая песня, почти традиционная, но мне не нравится, как она здесь исполнена. Почему-то просто очень легковесная. Poor Boy Shuffle, инструментальчик, просто непонятно, с чего он сюда вставлен и зачем он вообще записан, но авторам виднее. Зато Feeling Blue, следующая песня, 5 минут и 5 секунд длящаяся. Гитара с вибрато, все в одном аккорде, 5 минут, и такой привет калифорнийской психоделии. Настоящая психоделическая качалова, такое затягивающее. И надо сказать, что один критик написал, я прочитал как-то, что группа Creedence Clearwater Revival в Калифорнии могла считаться авангардной. Извините. Авангардной в смысле том, что все группы того времени, включая группу Love, даже, которая больше всего напоминает по звуку некоторые вещи Creedence, ну, такие показательные коллективы, как Grateful Dead, как Jefferson Airplane, как Big Brother and the Holding Company, играли очень музыку такую смутно, витиевато, глубокомысленную, и даже быстрые песни, они все равно звучали как медленные. Они были такие наркотически размышлительно, трансово убойные, с кучей импровизации, с такими музыкальными трипами. А Creedence врубили прямой южный рок. И в этом смысле это был, конечно, авангард. Никто так, как Creedence, не играл. Ну, разве что группа Love. Там первый, второй альбом, если брать, там похоже немножко. Но Артур Ли был слишком умный в музыкальном смысле. И, конечно, накручивал гораздо больше там всяких штук. Поэтому Creedence были в смысле прямоты, резкости и рока с большой буквы R впереди. Номер один. Поэтому и стали столь популярны. Fortunate Son открывает вторую сторону. Можно вспомнить Юрия Ильяновича Шевчука даже. И песню «Мальчики-мажоры». Не в смысле музыки, а в смысле посыла, в смысле идеи этой песни. Идея похожа, но Fortunate Son мне нравится в 28 раз больше.
Конечно, очень злобная, очень тяжелая песня. И здесь ритм-секция все-таки добилась той тяжести, которую Фогерти хотел сделать и всю жизнь мечтал. Вот это очень-очень-очень резкая, красивая, крутая и тяжелая песня. Очень хорошо. Ну вот следующая, «Don't look now, offend you or me». Мне тоже не нравится. Просто кантри номер, такой кантри-рок. Хотя кантри я люблю, но не в таком виде, как здесь представлен. «The Midnight Special». Традиционный тюремный блюз американский. Очень даже хорошо. Куда лучше, чем «Cotton Fields» получился. Опять-таки, это мое мнение. Я не претендую на то, что объективно это лучше, это хуже. Вообще в музыке лучше, хуже понятия такие настолько условные, что ими лучше вообще не оперировать. Лучше говорить, мне нравится, не нравится. Но вот The Midnight Special мне нравится куда больше, чем Cotton Fields. Тоже каверок. Side of the Road. Критики считают, что здесь одно из самых лучших гитарных соло Фогерти. Я не знаю, у него столько хороших гитарных соло. Например, на первом альбоме даже, что, ну, встанет в ряд, скажем так, встанет в ряд гитарных соло. И инструментальный номер, что удивительно, на пластинке два инструментала, Гриден здесь. Ну, «Effigy» – это, конечно, классика. Ее кто только не играл, эту песню. И мне очень нравится версия «Гофтмюл». Тяжелая, гитарная, с мощнейшим басом, с адской подачей и с красивейшим гитарным соло, конечно. Построение песни удивительно, она идет больше 5 минут, и там сколько? Там 5 натуральных аккордов и 1 семерка. И вот они так крутятся, там что там такое? До мажор, ре мажор, соль мажор, до мажор, ми минор и ми септ. И вот это вот колесо, оно так вот крутится на натуральных аккордах, безо всяких чудес, безо всяких вот этих вот семерок, девяток там и прочего, прочего джаза. Прямое рубилово, мажор, 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 минор, мажор, 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 минор, сем, мажор. И так втягивает, и вот колесом вот так вот 5 минут это идет. И абсолютно не скучно, потому что голосовая линия сверху идет очень красивая и изумительно простое. Внятное гитарное соло наложено, по-моему, 3 гитары, там вложил Фогерти. Особенно в части, когда он начинает играть арпеджио в конце, там, по-моему, 3 гитары звучат. Просто и со вкусом, и это то, что надо. Это просто на разрыв души сгорающее в поле чучело. И вот эта сверлящая гитара Фогерти очень круто. На самом деле музыки у Криденс очень много, помимо вот этих самых хитов, проевших мозг всем. Я их не слушаю, я их не люблю. А мне очень нравится, например, если говорить о первом альбоме, который вышел в 68 году. Кстати, 69 год, я сказал, в 69 году, как вы знаете, 3 альбома вышло у Криденс. Надо умудриться в один год записать 3 альбома. Это последний, 3-й, а вообще 4-й, потому что 1-й вышел в 68-м. И здесь, ну, два убойных номера, конечно, I Put a Spell on You и Suzy Q, всеми любимые, всем известные. Но мне дико нравится вторая сторона здесь, на которой нет ни одного хита, а очень, очень интересные, довольно сложные, где-то авангардные песни, такие как «Gloomy», например, где 2 раза появляется обратная гитара. Очень сложная какая-то гармоническая структура, сложная вокальная линия, какая-то чистая психоделия такая. У Криденса такого, они, по-моему, такого не повторяли нигде. «Walk on the Water» – замечательная песня, последняя, с хаотичным совершенно соло в конце. Такой привет, немножко привет Фрэнку Заппе. Такое хаотичное, интересное, безумное и энергичное соло. Ну, «99 and a half», первая песня на второй стороне, тоже кавер, это песня Крупера Пикетта, очень интересно. И «Get Down Woman», вторая вещь, которая принадлежит уже Фогерти, «Rhythm and Blues», очень просто, я не знаю, если бы это спел Мик Джаггер, это был бы хит «Rolling Stones» номер 1. Это фантастическая, просто неожиданная, необычная песня, очень интересная.
В общем, вся пластинка мне очень нравится, первая. И нравится тем, что в ней нет вот этих вот надоедающих мгновенно хитов. Ну, за исключением Апота Спел у нее и Сьюзи Кью, которые я бы хитами не назвал. Это такая вечная музыка. Это привет из вечности. Хорошие очень номера. Ну, о Криденс говорить можно долго и много, что я и сделаю чуть-чуть попозже. А сейчас пойду пить, потому что в горле пересохло. Все, пока.